Приветствую. Мне наконец-то пришел, я не знаю, как это называются, там всякие инстаграмщицы, блогерши лучше знают. Ну, я его назвала просто гель-блеск для увеличения губ. У меня он вот такой, цену я вам не скажу, я не помню, честно. Ну, в пределах 200 рублей. Я взяла недорогой. Что хочу сказать, щиплет он невероятно. Вот эффект. Просто хотя бы понять, да, как бы я с увеличенными губами выглядела. Ну, как я говорю, я бы сделала совсем в старости, когда сухие стали бы губы. Не увеличение, а как там немножко объем увеличивается, но это, ай, как какое-то питание, что ли, губ. Ну, то есть против морщин на губах. Омоложение губ. Эту штучку я, может, куда-то перед выходом куда-то иногда буду, да, наносить, но вот нанесу, немножко похожу. Это у меня в первый день я вообще чуть-чуть вытерпела. Потом еще раз нанесла, убрала. И я видео снимаю, подожди. Ой, сегодня опять нанесла, убрала. Сейчас нанесла на подольше, но тоже уберу. Не могу, не знаю, думайте сами. Если есть эффект, обязательно будет печь. То есть подумайте сами. Все.